Уважаемый Путин Владимир Владимирович, к вам обращается личный состав 1-й роты 5-го стрелкового батальона 113-го стрелкового полка. Кондарма Донецк Халк Республикасынан ордуя чагырылган бир груп шахс Русия президенти Путине мюрачет эдип. Телеграм каналларында яйлан мюрачетте хэрбичилер сыраларында ордуя чагырылмалы олмаян, о джимледен психологи проблемны шахстеринде олдуму дейб. Ордуя чагырыларкен тибби муайнеден кечмедиклерни, өтен мюддет эрзинде хичбир лазими теминат гөрмедиклерни дейен хэрбичилер, Кондарма Гурум рэхберлии тарафиндан алдадылдыкларыны да билдирип. Бизе демиштилер дөйш бөлгесине гөндерилмейчесиз, лакин ilk günden önce fedeyik diye хэрбич мюрачетлеринде наразылыкларыны диле кетирип. Уважаемый Путин Владимир Владимирович, к вам обращается личный состав 1-й роты 5-го стрелкового батальона 113-го стрелкового полка мобилизационного резерва Донецкой Народной Республики. Мы обращаемся к офицерскому корпусу Российской Федерации и полковнику КГБ, который в декабре 1989 года отстоял веренных ему подчиненных. Как и тогда, мы не можем добиться ответов на наши законные требования. О той ситуации вы выразились как о болезни государства, называемой параличием власти. Теперь же безразличие государственного аппарата снова вынуждает людей отстаивать свои права. Теперь уже от перегибов на местах. Практически весь период проведения специальной военной операции наша рота в составе 5-го стрелкового батальона 113-го стрелкового полка находилась на линии боевого соприкосновения на территории Херсонской области Украина. За это время личный состав преодолевал голод и холод. Значительный период не имея ни материального, ни медицинского, ни продовольственного обеспечения. Процедура мобилизации проводилась без медицинского освидетельствования. Среди личного состава присутствуют те, кто согласно законам Донецкой Народной Республики не должны быть мобилизированы. Ввиду нахождения среди личного состава лиц с хроническими заболеваниями, лиц, являющимися опекунами, лиц, имеющих психические заболевания, многодетных отцов, с учетом длительности нашего непрерывного нахождения на линии боевого соприкосновения, возникает множество вопросов, которые вышестоящим штабом игнорируются. Главою Донецкой Народной Республики было заявлено, что подразделения мобилизационного резерва не задействуются на передовую. В нашем случае весь период мобилизации мы только и находимся на ней.